В очередной раз все три призовых места завоевали и российские лыжницы. Сегодня в гонке преследования участие в ней приняли 66 спортсменок. Но наши не оставили шанса соперницам. Интрига заключалась лишь в том, кто же получит главную награду – Алиса Жамбалова или Екатерина Смирнова. На финише они попеременно обгоняли друг друга, но на последних метрах Жамбалова вырвала победу и взяла заслуженное золото. А вот бронзовая медаль досталась представительнице Краевой академии зимних видов спорта Яне Кирпиченко. Интересно, что накануне девушки точно таким же составом оказались на пьедестале почета по итогам индивидуальной гонки на 5 километров классическим стилем. Я рада, да, счастлива, но усталость берет выше. Сейчас после вчерашней гонки было сегодня тяжело. Как будет завтра, хорошо, что выходной, как будет послезавтра, никто не знает. Ну, на спринт выйдете, да? На спринт я выйду.